Вот прекратите врать. Вы зря приводите пример Бучи. Вы зря, вы не тому человеку его задали. Но мы знаем, кто организовал эту показуху. Мы контролировали процесс англичан, это в основном были англичане, которые на автомобилях, потом 4 автомобиля мы видели. 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез. Мы передали россиянам номера автомобилей, автомобили, которые прибыли из Львова, которые осуществляли съемку в Буче и потом вбрасывали в это информационное пространство. Ну, война есть война. Сейчас такая война. Для меня это не удивительно. Я пережил 20-й год и знаю, как это делается. Поэтому не надо говорить о Буче. Почему вы настаиваете на том, что то, что мы видим, неправда? Мы слышали эти утверждения о Буче, но никаких доказательств мы не получали. Ну, знаете, не мое дело предоставлять какие-то вам дополнительные доказательства по поводу Бучи. Поверьте, что я лучше вас знаю, что там происходило. Я вам предложил послушать то, что я знаю. Если вы в это не верите, ну, Господь с вами, я же не могу вас заставить верить. Хорошо, воспринимайте как это как одну из точек зрения.